Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Magnatic Invest, и сегодня я расскажу вам о таком прекрасном боте, как Ether Drop Tracking Bot. Это буквально незаменимый бот для любого криптона. В боте есть ряд крутых и незаменимых функций, а именно отслеживание транзакций вашего кошелька. То есть, к примеру, если вы сюда добавите свой кошелек, то любой перевод, свап, обмен, так сказать, будет высвечиваться вам в менюшке этого бота, и вам будет приходить уведомление. Это одна из самых крутых функций, для меня так точно. Также здесь можно отслеживать нашу любимую цену за газ, курсы различных криптовалютных активов, а также то, достаточно ли ликвидность находится в том или ином пуле ликвидности. Об этом я вам расскажу немножко позже, так что не переключайтесь, информация будет действительно полезная. Ну а перед началом данного видеоролика хотелось бы порекомендовать вам мой телеграм-канал, ссылка на который находится в описании. Здесь я публикую много различных тем для заработка, различные тестнеты, схемы, которые можно пообузить и заработать деньги здесь и сейчас. Также здесь публикуются различные новости по игре Sandbox, да и в целом по многим различным криптопроектам. Так что если вы хотите быть всегда в курсе, то подписывайтесь, ссылка находится в описании. Сам Etherbot Tracking Bot, он является детищем команды ICO Drops, он был создан еще в далеком 2018 году, то есть боту уже практически 4 года, и все это время его функционал допиливался, разрабатывался и улучшался. К слову, это та же самая команда, которая создала такую площадку, как DropStab, которую вы можете видеть у себя на экране. Ну а теперь давайте перейдем по факту к настройке бота. Так как у этого бота есть много клонов, которые могут вас скамануть, то действительно рабочая ссылка на этого бота, я ее оставлю в описании под данным видеороликом. Вот, мы должны нажать на кнопочку «Начать», и нам выбивается сразу ряд функций для настройки данного бота. Мы здесь можем добавить кошелек, редактировать его, добавить монетки, NFT, посмотреть газ и так далее. Давайте пробежимся по каждой функции по отдельности. Первое, что мы можем сделать, это добавить сюда наш кошелек, определенную монетку или как-то сформировать наш портфель. В данном случае я буду добавлять наш кошелек. Сразу нам доступно выбрать возможность несколько сетей. Так как у меня Telegram открыт в Dolphin Antidetect, то я здесь не вижу сети все, но здесь доступно Polygon, Phantom, BNB Smart Chain, Ether, ну это те, которые я помню. Обычно я просто выбираю отслеживать, ну типа во всех сетях и не ебу себе мозги. Теперь я добавлю сюда свой кошелек. Я по факту беру, пишу Ctrl-V, и отправляю этот кошелек. Есть, оно его зафиксировало, теперь мы должны его каким-то образом назвать. Если у вас название одно и то же будет на многих кошельках, то вас попросят редактировать предыдущий кошелек. Поэтому подбирайте какое-то интересное название, которое для вас будет, ну, очевидно, понятно, вы точно будете знать, откуда этот кошелек. В данном случае я назову его просто MetaMask. Отправляем это название. Все, я его отправил, кошелек у нас есть. Теперь переходим к дальнейшему функционалу этого бота. Сейчас я переведу какую-то транзакцию с этого кошелька, и она у нас отобразится в этом Etherdrop'е, это максимально удобно. Вот, только что ко мне поступила транзакция на мой кошелек, я с одного кошелька перевел на другой 0.1 матика, и буквально любой вот вывод у нас теперь будет отслеживаться на этом кошельке, что довольно-таки удобно. Если злоумышленники захотят увести часть ваших средств, то вам сразу придет уведомление. Довольно-таки интересная задумка. Лично у меня в основном аккаунте Телеграма добавлены буквально вся моя ферма из 100 кошельков, и если там есть какая-то транзакция, то по факту мне приходит подтверждение о том, что мне перевелись деньги или вывелись. Это довольно-таки прикольно. Также вы можете нажать на кнопочку Edit Coins и добавить любую монету, которая есть на CoinMarketCap или CoinGecko, да и в целом где угодно торгуется, то есть вы сможете отслеживать актуальный курс крипты. К примеру, если мы зайдем на CoinMarketCap и скопируем сейчас контракт эфира, вот, то мы сможем его добавить. Вставляем сюда наш адрес и нажимаем отправить. Все, мы теперь отслеживаем сеть. В данном случае я хочу отследить это в сети BSK Smart Chain. И любое изменение на 5%, например, курса. И если будет какая-то большая транзакция, то есть, например, какой-то чувачок решит закупиться минимум там на 100 тысяч долларов, то мне придет уведомление о том, что какой-то кит зашел в данную криптовалюту. К слову, если вы торгуете какими-нибудь маленькими щитками, то для вас это будет просто must have. Все, то есть если чел купил минимум на 10 тысяч эфиров, то мне сразу придет уведомлялка. Если курс эфира изменится минимум на 5%, то мне тоже придет уведомлялка.
Вполне неплохо. Также сюда можно добавить любое NFT, но эта функция работает немного по-ебаному, и по факту сюда далеко не все NFT можно добавить, поэтому я бы ее никуда не вносил, а вот контракт токена какого-либо можно добавить по факту практически любой, даже какие-то щитки. Так что это более нужная функция. Также можно редактировать любой из ваших кошельков, то есть вы заходите в Edit Wallets, у меня здесь добавлен один кошелек, я его как бы выбираю, тут у меня ник. Вы можете выбрать этот кошелек как для вас самым любимым, и тогда именно транзакции с этого кошелька будут подсвечиваться определенным цветом. Также кошелек можно переименовать, изменить сеть в этом кошельке, но мы уже выбрали все сети. Плюс можно выбрать, чтобы вам подсвечивались транзакции только от определенного номинала, например, от 1 или от 1000 долларов. Все остальные транзакции просто-напросто вам не будут приходить уведомления. Также здесь можно посмотреть объем любого liquidity пула. Для тех, кто не знает, liquidity pool по факту это такой контракт, в который люди закидывают свои деньги, который автоматически обменивает эти средства. К примеру, по такому принципу работает тот же самый PancakeSwap. Для того, чтобы здесь что-то обменять, например, BNB на Cake, то другие люди вносят сюда свои активы, и они получают часть долларов с комиссии за трейд. И этот бот позволяет отслеживать то количество денег, которое есть в этом liquidity пуле. То есть, если деньги резко начали оттуда выводить, то с большой долей вероятности там может образоваться или спред, то есть резкая разница на цене покупки в этой свапалке и по факту на бирже, там ликвидности побольше, и можно это все дело поарбитражить, то есть бот для этой темы тоже довольно-таки неплохо подходит. Или же скоро контракт собирается схлопнуться, если слишком резко выводятся средства. Поэтому это все очень важно отслеживать, если вы как-то связаны вообще с DeFi вот этой вот всей движухой. С добавлением у нас все как обычно максимально просто. Мы просто выбираем Edit Pools, добавить пул, сеть, в которой мы будем отслеживать все это. То есть, например, если это PancakeSwap, то это BSK Smart Chain. Если это Uniswap, то это эфир. Если это какие-нибудь другие обменивалки, то тут есть Polygon. Получается, других сетей нету, небольшая проблемка и накладочка. Но ничего страшного, основные и крупные игроки DeFi рынка находятся именно в этих сетях, поэтому все это можно следить. Добавляем сюда наш контракт обмена. И так же самое, как с отслеживанием цены эфира, мы выставляем здесь разницу в там 5-10%, если резко вывелось с контракта, то нам приходит уведомление. Также здесь есть одна офигенная функция, которая очень сильно поможет по факту любому криптону. Здесь можно поставить уведомление на нужную вам цену за газ. Например, когда я обузил треть Sons & Box, мне надо было купить NFT, а для этого надо было закинуть эфиры в сети ERC-20. К слову об итогах обуза третьего Sons & Box я рассказывал в данном видеоролике, ссылка на него будет находиться в правом верхнем углу. Так вот, если бы я знал про этот бот, то он бы мне очень сильно помог, ведь я мог бы установить минимальную цену за газ. К слову, цену за газ можно отследить на сайте EtherScan, газ трекер получается. Чем меньше вот это вот значение, ГВИ количество, то тем ниже цена за газ и тем меньше вы будете платить за перевод в сети эфира. Здесь вы нажимаете на кнопочку старт, выбираете газ алерт и выбираете, например, значение 10. И вам придет уведомление, как только цена на вот этом сайте будет достигнута 10 гвей в хайт, насколько я понимаю. Поэтому вам надо поставить 11-12, и тогда это будет прямо для вас цена. Если вы хотите переводить прям по лоу прайсу, то ставите ниже. Если вам в целом плевать, как переводить, то этой функцией можете не пользоваться, ну или ставить выше для уведомления. Вот, когда была бычка, цена на газ была намного больше, сейчас она намного меньше, поэтому эта функция не так актуальна. Но, думаю, бычий тренд скоро вернется, и эта функция станет актуальна, как никогда раньше. В целом, это все, что я хотел рассказать по поводу данного бота. Если вы хотите видеть больше таких обучающих видеороликов, то подписывайтесь на мой YouTube-канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока!